Так, минусовая температурка. А я и думаю, что-то как-то прохладненько было ночью. Доброе утро. Правильно Толик и говорит, какое сейчас ты хочешь тепло. В мае будет тепло. Никак не в марте. Это не Египет и даже не Сочи. Так что рановато. А я вышла, у меня там вода в ведерке. И льдом покрыта. Так. Топотухи мои сохнут. Надо в дом заносить, что тут высохнет. При таких температурах, да? Ну ладно, лапуськи, ну что? Включаем новый день. Ой. Я уже Маська убежал. Еще время было 6:30. Вылез из-под кровати. Положила ему там, ну, вот такой вот старый коврик. Смотрю, что-то стал спать под кроватью. Выскочил утром на улицу. Сбегал, видно, в туалет. Назад скребется. Дала ему поесть. Поел, и все, и опять на улицу. Все. Я его и не вижу совсем. Вот так. А то бывает и ночью не приходит. И вид у него, знаете, выражение морды у него стало такое, как у наглого молодого кота. Вот. Вырос мальчик. Ну что, у каждого своя жизнь, да? Чё тут? Надо его кастрировать. Я пыталась его не пускать на улицу. Закрыла его в комнате. Он мне прям на кровать нагадил сверху. Я психанула, отпустила. Ну, вот так-то. Ладно. Надо идти пить таблетки. Это я раньше говорила. Пойду попью кофейку. Фигушки. Все. Кофе мы теперь не пьем, как и все остальное. Ладно. Ну вот, сижу, делаю украшения цвета меда. Те, кто меня давно смотрят, знают, что я люблю очень вот такие цвета. Много тут чего будет, и агаты, и кошачий глаз, тоже агат вен дракона, сердолик. Ой, господи, ну, в общем, короче говоря, и стекло, и камни. Вот этот тоже вот не знаю, что за камушек. Вот еще и янтарь, наверное, добавлю. И бусины вот такие вот красивые. Вот, так что вот сижу, делаю. Девочки, вы меня простите. Вот честно вам говорю, вот честно. Я же ничего обманывать-то. Вот не до чего мне сейчас. Простите, но я ни в WhatsApp не отвечаю, ничего. Простите, девочки. Болит у меня, не знаю, я понимаю, что за 2 дня, наверное, не должно пройти, но, в общем, короче говоря, не до общения мне сейчас, мои дорогие. Ладно, подождите, сейчас я очухаюсь.
Правда, мне самой неудобно, но все еле-еле. Вот уж сижу просто вот ковыряюсь, потому что надо как-то отвлекаться. Так что простите меня, зайки мои. Видео-то видите, какие коротенькие снимаю, по 14 да по 15 минут. Ладно, будем надеяться, что станет полегче и буду с вами общаться. Так что, зайки, вы пока мне не звоните, ладно? Я сама вам скажу, как станет легче, прям вот нормально будет мне, я вам сама скажу. И тогда и звоните, и пишите, и все. Я единственная, кому ответила, вот Ираиде, потому что увидела, что она прислала видео, что посылку получила. Вот, а так пока никому не отвечаю, лапки. Надо же. Я думала, на улице градуса 4. Не, 10. Но ветер такой, что, блин, холод. На улицу выходить не хочется. А чё, вышел на улицу в такую погоду? Здравствуйте. Смотрю, интернет пропал. Это выключили с тринета. Это самое. Звоню туда. Какие-то опять работы проводятся. 1,5 часа не будет интернета. Вот вышла на улицу. Думаю, надо же чем-то заниматься другим. Я не могу в тишине делать что-то дома. Не могу. Это уже, видимо, знаете, в подкорке сидит, что-то должно говорить. Раньше телевизор вот это работал как фон. А тут что-то делаешь и слушаешь. Не смотришь, но слушаешь. Так, ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Еще и дождик, видите, туча какая пришла. Ой, смотрите, девчонки. И у меня нарциссы надумали распускаться. Вот они за сараем, им видно не так холодно. Ой, ой, как здорово. Ой, прям вокруг. Ой, вокруг граната. Надо же, Миша был вот в воскресенье. И ничего не было. И не предвещало. Смотрите, что делается. Ой, как хорошо. И он даже маленький вон такой. Ну все, сейчас зацветут. Будем радоваться. И вишня моя старая сейчас зацветет, девочки, скоро. Ой, будет красота. Ой. Ну ладно. Ладно, тогда пускай будет холодно, лишь бы цвели. А это моя неудачная сова первая. Мало того, что у нее тут крыло было отваленное, но я его подделала, ладно. Приезжали девчонки в Мишино, уронили ее, отломили ухи. Ну ладно, выкидывает, жалко, я ее покрасила вон бронзовой краской. Куда-нибудь посажу. Ираида мне прислала маленькое видео и фотографию. Получила свой с розыгрыша. Свою бандерольку. Долго, правда, все это дело длилось. Ну, ладно. Ой, я так рада, что ей понравилось. А какая симпатичная-то она. Сейчас я вам покажу. Ираида, не обижайтесь. Правда, хорошая. Любочка, получила посылку от тебя. Вот. Ты знаешь, я до сих пор в эмоциональном шоке. Это такая красота неописуемая.
Ну что же, мои дорогие, вот и готово украшение цвета меда. Получается, целый день я его делала. Ну, понятно, с перерывами. Ну, раз там что-то делаешь одно, потом раз опять вернулась к этому. Вот. Практически вот. В общем, чего тут только нет. Ой. Авантюрин. Сердолик. Кошачий глаз. Вот это мне кажется, что это агат тонированный. Так. Тут тоже авантюрины и агаты. Вот это вот яшма. Вот это не знаю даже, что за камушек. Не знаю. Кто знает, девочки, напишите. Так. Что тут еще у меня? Так. Янтарь. Стекло хорошее. Ну, в общем. Так, замочек я делать не стала, потому что он и так. Оно и так длинное очень. 1,30 м длиной. Вот. Вот такая красота получилась. Мне самой нравится. Тоже вот агат с полосочками такими. В общем, вот. Труд закончен. Ну, порадует закат сегодня или как? Ой. Ой. А небушка-то чистое какое. Посмотрите, какой был ветер холоднющий. К вечеру и ветер пропал. И небо все чистое. И прям красота. Но ночью сегодня будет холодней. 2 градуса всего тепла. Я даже цветы в горшках убрала с улицы. Ну, красота. Птички щебечут. Девчонки, как плохо болеть, а? Не болейте, пожалуйста. Вот прям... Так хреново. Батюшки мои, сегодня что-то скребли лопатами. Еще привезли мульки этой. Ну, понасыпали опять в ямки. Опять пройдет дождик, опять машину все это дело растащут. Господи, это какой-то сизифов труд. Вот они постоянно это вот делают. Я не знаю, каждый год, не каждый, но вот мне кажется, прям постоянно. Вот, вот, вот они там засыпают, засыпают. А толку-то? Какое солнышко красивое. Вот скоро ж мне лететь через 10 дней. А я, знаете, девчонки, наверное, вот за этот год первый раз мне страшно лететь. Потому что я прям чувствую, насколько у меня, ну, организм ослаб вот с этой заразой. Страшно что-то подцепить-то.
прям то летала и даже не задумывалась. А сейчас вот прям и ослабла, и... Ну, а что, и голодала его, и сейчас такое питание, что, знаете, ни тебе витаминов, ни ничего полезного. И все это так понемножку. Все в Оленевке что-то строят, строят, возят, возят. Вот, и прям чувствуется и слабость, и какая-то... Ну, не сказать, что депрессия прям, но ничего хорошего, короче говоря. Только ваши комментарии читаю, и прям вот тепло на душе становится, мои хорошие. Конечно, не хочется болеть, но что-то как-то не получается. Вообще, я за эти 2 года сдала. Вот как Алинка ушла, я прям сдала. Ну, понятно, что и возраст, понятно. Ну, прям что-то все посыпалось. Ну, ладно. Фиг с ним, с возрастом. Фиг с ними, с болячками. Я так думаю, что все-таки, ну, должно же это перестать болеть. Ну да, буду сидеть на диете. Ну, а что поделаешь? Ничего не поделаешь. Ну, жить-то надо, правда? Хоть так, хоть эдак, как хочешь. Вот, так что я еще раз прошу, вы уж меня простите, я сейчас, девчонки, вот оклемаюсь, и будет все хорошо. Сейчас пока я так вот сижу, ковыряюсь чего-то, слушаю. Ну и больше так, знаете, сама в своих мыслях там чего-то. Вот. Но все равно... Не лежу, дурью не маюсь, все равно что-то делаю. Как могу. Вот, так что я надеюсь, что наладится. И полечу я в Мурманск, из Мурманска в Питер, потом в Москву. Жалко, конечно, за границу не съездить сейчас. Плохо. У меня все маршруты, все одни и те же. Ну, конечно, вот Сочи порадовал, порадовал, прям порадовал. Привет, Иринка! Так что, ладно, будем надеяться, что все будет хорошо. Не зря же весна идет, а? Не зря же нарциссы начинают у меня расцветать. Так что, мои лапоньки, давайте держимся бодрячком. Как вы достали? Господи! Надеемся на лучшее. Стараемся себя взбадривать. Я, во всяком случае, стараюсь. Ну, а там видно будет. Что делать-то? Не 16. Ладно, мои лапоньки. Давайте до завтра. Не грустите, не болейте. Пусть все у вас будет хорошо. Ладно? Ну, а завтра, надеюсь, увидимся. Все, давайте, я вас обнимаю, целую. Вы мои золотые. Давайте, хорошего вам вечера, спокойной ночи. Ну и пока-пока. Все, солнышко садится.
Ой, сейчас пойду поем кашки на воде. Ой, ладно, пока-пока, мои золотые, пока.